цвет, город украшен, витрины пестрят красками, и чтобы зарядиться этим настроением, мы предлагаем отправиться в ГУМ. В ГУМе можно полностью украсить свою квартиру к Новому году. Огромный выбор елочных игрушек, другого декора для дома, ну и изюминка – это праздничная посуда. Елочки представлены разных размеров. Вот, например, самая маленькая – 22 рубля, и самая большая, выше меня – 795 рублей. Если выбор наряда на Новый год для вас вопрос открытый, то в ГУМе можно найти готовый образ за 100 рублей. Так вы точно не останетесь незамеченной. Кафетерии в ГУМе недавно переоткрыли, здесь теперь новый ремонт и необычное меню. Меню состоит из блюд 19 века, здесь те же рецепты того же времени. Предлагают сэндвич английский, шляхетские конфетки. И особенно приятно, что кроме перечня блюд традиционного, которые должны быть в меню, на обратной стороне мы видим истории этих самых блюд, можно проникнуться тем временем. Я бы сказала, что очень по-домашнему. Но в то же время все тепленькое, все такое натуральное, все очень милое. А вот нашего оператора блюдо поинтереснее. Он ест селедочный паштет. Сейчас поделится своими впечатлениями. Купить все необходимое, перекусить и просто замечательно провести время. ГУМ приглашает минчан и гостей столицы. Дарья Нищадим, Тимур Батиров, агентство «Минск Новости».